Живе Беларусь. Вот появилась информация в белорусских информационных агентствах негосударственных, что прибыль банковской всей системы Беларуси упала в 30 раз. Вы вдумаетесь в эту цифру. 30 раз. Многие не исключают, что это действует от санкций. Я тоже этого не исключаю, но все-таки считаю, что и граждане перестали доверять банкам Лукашенко. И все-таки уже меньше несут укладов и стараются больше забрать свои деньги, так как этому режиму доверять нельзя. Я лично режиму Лукашенко не доверился, потому что этот человек ненадежный. Вы вдумайтесь, он даже своего сына Коленьку одел в бронежилет, каску и всучил ему автомат, чтобы он охранял его. Вот и вдумайтесь в это. Он говорил, что будем мы с Колей до последнего отстреливаться. Это просто трэш. Как можно доверять такому человеку? Он же полностью неадекватный. Лукашенко, у него поехала планка. У него кукуха сдвинулась. Лукашенко просто, я не знаю, как вы все ему еще верите, кто верит. Я не знаю. Всем хорошего времени суток, просто без эмоций нельзя смотреть на это все. У этого Лукашенко кукуха сдвинулась.